просыпается игрок под номером 1. Просыпается игрок под номером 2. Полинария. И засыпает. Просыпается игрок под номером 3. Верный. Просыпается игрок под номером 4. Мишка. Засыпает. Просыпается игрок под номером 5. Портан. Бля, эта музыка просто переглушает все. И засыпает. Просыпается игрок под номером 6. Артем. Засыпает. Дедуля, твоя очередь. Флэш, твоя минута. Просыпается Иван. Засыпает. Пил. Заснул. И весна. И заснула. Спят, просыпается мальчик, познакомиться с Джону Кажется. Супер, мафия познакомилась, может засыпать. Доброе утро, город. Утро у нас недоброе, как любит говорить Пинк. Завелась мафия. Ее нужно найти. И РП у нас будет Фил... извините. Денис нас часто зовет к себе на Сицилию, и я бы с радостью, кстати, к тебе приехал бы. Поэтому давай расскажи нам, чем мы там будем заниматься. И каждый вот, чем бы мы позанимались на Сицилии. Давайте, вот здесь мы все вместе поехали. Вот такой у нас прекрасный, во-первых... добрый... Поехали, минуту. Ну так, господа, во-первых, здрасте, мои хорошие, здрасте! Наконец-то я первым открываю мои любимые сладушечки. Это была моя коронная фраза, когда я все время садился за стол, открывал этот стол, чтобы вносить море позитива в эту игру. Это замечательно. Посмотрите, какие ужасные мне глаза, но на самом деле это очень хороший знак, потому что я красный игрок, и вы сейчас все увидите, все будет замечательно. А на Сицилии можно поехать на вулкан, посмотреть, приблизиться к лаве на 1 метр. Есть у нас Гольд Далкантера, есть очень много всех разных достопримечательностей. Здесь Сиракуз, есть Палермо, есть Катань, есть Мессина, есть все, что хотите. Господи, прекрасная еда, очень много рыбы, море, гор. Что еще нужно, чтобы здесь отдохнуть? Ну и, конечно, ваш покорный слуга, который вам все это дело покажет. И циклоповые пещеры. Да, итак, господа, я все-таки надеюсь, что игра будет хорошей. Я смотрю, улыбайтесь, улыбайтесь. Улыбка – это хорошо. Улыбка поможет вам преодолеть многие беды, господа. Так что вот так вот. Я думаю, стол открыл нормально. С чистой совестью могу давать слово игроку под номером 2. Спасибо. Спасибо большое. Тут слишком охуенно открыл стол, блядь. Я секунду перебью. Я вам показываю, там 3-4, это секунды. Там 30-40, я думаю, все поняли. Дальше. Игрок под номером 2. Таня, твоя номера, поехали. Скорее бы я все хотела посмотреть всякие достопримечательности, просто погулять по улицам. Атмосферу, так сказать, вкусить города. Вот. А также хочу еще сделать одно замечание. Не умею так, как вы, играть там по командам. Я просто пытаюсь сейчас попытаюсь найти себе максимально красных игроков и с ними играть, а потом уже буду ближе к третьему, второму слоту, так сказать, уже по командам присоединяться. А пока я на второй позиции, и мне нравится, как открыл пинг. Очень позитивно, но буду к нему присматриваться. А серый ближе к красному. Все, спасибо большое. Спасибо большое. Игрок под номером 3 и Сильвернейм. Если бы я был на Сицилии, наверное бы... Блять, сука, нахуй. Алло. Груш, если бы я оказался сейчас на Сицилии, первое дело, что я хотел бы, это поплавать в море. Потом, не знаю, наверное, поесть вкусной еды, потому что там охуенное сельское хозяйство развито, и в горах покататься. Вот, короче, ну про Пинка говорить, наверное, нечего, потому что он, блядь, говорит очень хорошо, и как бы нечего отрицать, поэтому он открыл очень красно, но с ним пока не поиграю, хотя надеюсь, что он красный. Вот, с двойкой ни разу не играл, но она сразу начала оправдываться, это немного подозрительно, поэтому серовато ближе к черному, Пинк ближе к красному. Вот, заочно не хочу поиграть с шестеркой, хочу поиграть заочно с девяткой. Ваня, привет. Спасибо. Спасибо большое. Игрок под номером 4, Миша, ваша минута.
Ну, для меня один серый ближе к серому, стопроцентно. Я уверен, что он мог выдать такую речь на черной карте легчайше. Я уверен, что он мог выдать такую речь на красной легчайше. Спасибо за задор, за позитив. Игрок номер один, с вами играть, к сожалению, не буду. Игрок номер два, с вами играть очень хочу, если честно. Очень понравился ваш эмоционал, спокойная, размеренная речь. Претензий по этому поводу у меня вообще никаких не было. По эмоционалу также понравился Сильвернейм, но он двойку в команду к себе не берет. Поэтому у меня тройка в команду, к сожалению, пока что не идет. Хотя по эмоционалу нравится. То есть моя команда сейчас 2-4, и 3 осторожно, 1 гиперосторожно, с единицы, мне кажется, самая простая ситуация, я же говорю, если его не отстреливают за 2-3 хода, мне кажется, он мав. Ну, то есть ты, от этого всегда можно играть. Спасибо большое, пас. Спасибо большое. Игрок под номером 5, Паша, ваша минута. Не слышно. Ага. Так, ну, я был на Сицилии, правда, был там всего лишь один день. Мне показался этот остров немного старперским, там абсолютно нечего делать. Там даже там какой-то самый главный город, я уже не помню, как он назывался, там практически ничего нет. Какие-то там пару магазинчиков стоит, там Зара, не Зара, и все. Вот, очень-очень скучно в целом. Ну, какой-то, может, пляжный отдых рассмотреть, но не более. Вот. Что значит по столу? Первый игрок мог открыть этот стол как угодно. Он может открыть на самую красную карту и при этом быть кем угодно, да? И при этом тройка играет с первым номером, я не играю с тройкой. Двойка не взяла первого в команду, я с двойкой чуть-чуть играю. Вот. Речь четвертого, соответственно, мне тоже понравилась. Получается небольшой паровоз, 5-4-2, вот 2-4-5, вот такой вот паровозик у нас отходит от... Спасибо большое. Игрок под номером 6, ваша минута. Бля, что-то Паша вообще поговорил хуёво. Я, кстати, тоже хочу в этот паровозик залезть. У нас вот есть водитель хороший, на двоечке, на четверочке, помощник машиниста. Тут Пашган присел на первое сиденье, и я рядом сяду. Мне понравилась речь четверки больше. Вадик, ты со мной играешь или нет, я так и не понял. Пока не нет. Играешь, да? Пока ну, нет. Я тебя и не возьму. А я тебя так, и так не брал бы, понимаешь? Поэтому, как бы, просто ты мне не нравишься по позиции. А по эмоционалу ты мне понравился. Я абсолютно... Вот Алсиор сказал то же самое, что я хотел подметить. Единичка мог как угодно открыть стол. Это не показатель. Двоечка мне понравилась. Таня, ты мне нравишься. Вот. Ну и все, в принципе, что сказать. Чего все такие грустные? Вот мне кажется, какой-то осадок остается, знаете, когда играешь на мафии, в кого-то топишь, а потом все такие злые сидят. Все что-то. Я просто осадок, блядь, после... получаю. Ну, выкинули на первом ходу. Ну и ладно, нормально. Это ж просто игра, правильно. Вот. Спасибо всем. Спасибо большое, ровно минута. Игрок под номером 7, Саня, твоя минута. Кто Ками, кто дед, тот Саня, блядь, определись уже. Окей. Нет, это нормально, нормально. Все нормально. Смотрите, ребят, у меня очень, то есть, мне действительно понравился Усиор, но в плане то, что он полусладкую выделил, как он разложил стол, вот, как он по эмоционалу троечку раскинул. И знаете, типа, я думал, пятерка туда влезет, окей, типа, пятерка бы проверилась и там бы разбирались, но туда еще шестерка, будучи на красной карте, я не хочу туда лезть, и чтобы меня не тратили проверку, у меня красная карта, но я туда не лезу, я, получается, без позиции, но мне действительно, понравилась двоечка, то есть, потом, по той причине, что она хочет фицилию, и ты полусладкая, на седьмое число не откладывай, приезжай в Киев, ты после Киева не сходишь на Сицилию ездить. Повидаюсь с такими прекрасными работягами, как и да. И все, ребят, я без позиции. Красная карта без позиции. Проверка, типа, это будет лишнее. Спасибо. Спасибо большое. Игрок под номером 8. Ваша минута. Не слышно, флеш. Флеш 4 секунды. Да, извиняюсь. Прости, я плохо слушал, как номер 6, Тёма, прости, разберусь с тобой позже. 1-4-5, там точно есть мафия. Позиция 1 мне не понравилась. Речь мне не понравилась. 4 в него втопил. 5-30 секунд своей речи посвятил Сицилии, вместо того, чтобы говорить про столы. Это очень странно. 1-4-5 точно мафия есть. Будем разбираться, кто. Пинг, если ты там красный, будет очень легко. Олси, если ты красный, нам будет тяжело. Потому что надо будет Пинка, ну, типа, разъебать, а он будет орать на нас, доказывать там и так далее. 2-3 для меня красно поговорили, взяли единицу, не заметили плохость его речи, но по эмоционалу и тот красный. Самый красный для меня игрок 3. Я играю сейчас только с 3.
Камик, позицию свою более четко выражай, пожалуйста, не могу тебя в команду брать. Со мной Флэш играет, значит, поговорил, ну, хорошо, типа, хорошо, хорошо. Ты не разобрался, ты пока не хочешь быть частью паровоза. Я не могу тебя брать, хотя претензий у меня к тебе нет. Черноте, я тебя не обвиняю. Моя команда 3 и чуть меньше 2. Несмотря на то, что они оба взяли 1, если ошибаюсь, которого я не беру. Спасибо. Спасибо большое. Игрок под номером 9, Ваня. Всем хорошей игры. Я железобетонно сейчас играю с Флэшем. Только я сейчас скажу, почему мне не понравилась двоечка. Двоечка говорит, ну если меня 2-3 хода не отстрелят, я уже буду искать команду. Да, ты сказал, нужно это учесть. Может быть, это оговорка, может нет, может я докапаюсь. Первый отлично открыл. Отлично. Настолько отлично, что мне аж страшно с ним играть. Я его команду к себе не беру. Четвертый в него сильно втопил, 1-4 разномаст рисую. Понимаешь, в чем дело? Двоечкой не играю. Играю с верхним вариантом только с тройкой. Как и Флэш. Я играю 3-8. 5-6 рисует сразу в паровоз 2-4 входит. Камик не дает вообще никакой позиции. Я с тобой согласен полностью, Флэш. Понимаешь, ты для меня поэтому красный. Я игрок красный. Камик, конечно, ты говоришь, ты, понимаешь, если ты дал бы позицию по первым игрокам, что они не так сделали, ты для меня тоже был бы красный. Понимаешь, так я не могу тебя взять в команду. Поэтому играю 3-8. Моя команда. Проверка нужна очень хорошая. То есть для меня 1-4 за намаз. Спасибо. Спасибо большое. Игрок под номером 10, Фифил. Да, значит, касательно первого номера, он для меня серый. Да, он поговорил хорошо, но, как отметили, это 4-5, и многие кто может это сделать и там, и там. Два для всего стола красные, кроме почти Вани. Но я думаю, что это ничего не меняет. Два по-прежнему для меня красные. Третий поменялся немножко по эмоциям. Я не соглашусь ни с Флэшем, ни с Ваней. То, что он красный, я бы нарисовал между тройкой и между четверкой разномаст. Я образовал между тройкой или четверкой разномаст. Мне не понравилось, как сказал пятый, что пятый сказал, что тройка играет с единицей, хотя тройка не играла с единицей. И это для меня вопрос, почему он на пятой слоте, на пятом слоте это не заметил. Нужна проверка в пятого, лично мне. Значит, касательно шестого, мне в принципе он понравился, как раскладывал, но с ним я не поиграю. Семерка вообще никакой не дала инфы, он для меня серый. Мне понравилось, как сказал Флэш. И я бы, на самом деле, я бы поиграл бы, пофиг, что восьмерка и девятка берет к себе в команду тройку, вот, но пока что я поиграю и с восьмеркой, и с девяткой, поскольку мне их позиция на столе наиболее близка мне их позиция, несмотря на то, что 3-4 я там рисую разномаст. Вот, все, у меня все. Десяточка, вопросик. Да, на Сицилии я просто, если кому интересно, погулял бы, поездил бы, посмотрел природу, я очень люблю природу, там на животных посмотрел бы, спасибо. То есть не ел бы, да? Ну, поел бы какие-нибудь лимоны, что там на Сицилии. Да ладно, это есть, как бы, есть главное, чтобы никого не было. И весна, ваша минута, поехали. Классно закрывать стол, когда есть полностью уже позиция. Смотрите, что у нас получается. Играю сейчас для меня точно красным за столом. У меня команда 3-8, 9-10. Да, я сажусь в этот паровоз, где они максимально нормально поговорили. Я еще 7-го взяла бы, но никого не взял. Он позиционно сейчас, он молодец. Он не самый красный по углу, самый большой вопрос у меня к пятому и шестому. Где пятый оговорился насчет, что третий играет с первым, хотя третий не играл ни с кем. И где шестой влез этот паровоз? На месте шестого между 5 и 6, шестой чернее, где он усиливает позицию пятого. Где у меня 5-6 между ними точно должна быть. Нормально, кстати, речь. Где странно, у меня 5-10 разномаз вообще. Слушать потом уже только ваш в самом конце мы его услышим. Вот это минус. То есть он пока тоже у нас понятный человек. Самое красное, поговорим сейчас за столом, это 3, 8, 9, 10. Самое близкое. Самое красное между 5-6, там что-то явно не то, где 6 еще усиливает 5. Либо они оба черные, либо между 5-6 и черным. Кто-то один точно. Спасибо. Спасибо большое. Все поговорили, все молодцы. Можете засыпать. Спокойной ночи, город. Спокойной ночи, малыши. Все спят. На всех не смотрю. Таня, хватит улыбаться. И просыпается мафия. Будет показывать, кого она будет убивать. Свело, блядь. Зимнуло, свело, блядь. Кого он будет проверять? Что он сделал свою проверку? Засыпает. Просыпается комиссар. И засыпает.
доктор. Я хочу увидеть глаза доктора. Вообще, наверное, даже в меня, блядь, будет стрелять. Почему-то так кажется, потому что я слишком красный, блядь. Доктор засыпает. Доброе утро, город. Балаган? Че, никто не умер, что ли, блядь? Серьезно? Ебать! Доктор, ебать! Доктор, ебать, красава. Нихуя, блядь. Ну, если себя лечил, то пусть скроется. Вообще красавчик. Не надо скрываться, доктор. Да, нет, если себя лечил, то да. Почему? Да, можно. Потому что ну, а какая разница, мафия знает, что... Ночью, да. Так, что-то первый танцует, первый танцует. Довольный вообще. Пинк, есть пару слов или нет? А, у нас балаган, да здрасте! А я забыл, что страшно. Ну что, ребят, хорошо как. Вот, понимаешь, вот вы такие предвзятые. Вы такие предвзятые. Нихуя, кто так зарандомил, блядь. Вот самая красная речь на столе. Ну да, да, согласен. Но они не и не просто по глазам самая красная речь, и самая красная карта за столом. Да камон, ну пин. Который лечил себя. Ну, в смысле, самая красная речь, пин. У всех красная. У всех здесь... красная карта. Как может быть? Красная речь, да, ты хорошо отбил. Я не считаю тебя черным, но в смысле самая красная получается, речь. Играем в спин. Мне продолжайте вообще? Почему да, самая красная карта? Ну, понятно, он нормально открыл стол, почему черная? Ну, все, дальше поговорим. Спасибо большое. Даже очень нормально. Индивидуальное обсуждение с Танюшкой. Танюшка, твоя минута поедет. Мне, короче, нравится... 4 и 5, потому что у нас схожи с ними позиции. Типа, мне просто понравилось, как они разговаривают, рассуждают, и вообще у них просто... Мы, как сказать, схожи по мыслям. Типа, у нас одни игроки в команде. Начиная с шестерки, семерки, восьмерки, девятки, десятки, одиннадцатки, мне вообще не понравились игроки, вообще не нравится. Шестерочка, шестерочка, хочу залезть в паровоз, и типа он только сказал про это. Все, то есть он вообще от себя ничего не добавил. Семерочка очень долго рассуждал на своей минуте, по типу, хочу ли я лезть в этот паровоз, или не хочу я лезть в этот паровоз. Короче, очень странно, точно точной позиции никакой не имеет. Странно для Камика. Счет девяточки играет с восьмеркой и тройкой, а восьмерка не играет с тройкой. Не играет с тройкой. Короче, сейчас я скажу, я записала. Короче, играет с восьмеркой и тройкой. Тройка играет с однёркой. Короче, я сейчас еще разберусь. Там я что-то хотела сказать по поводу именно вот с девятки, то, что она играет с восьмеркой и тройкой. Что-то я подзабыла немного. Спасибо. Я тебя... Представляете кого-то? Да не знаю, Камика самый подозрительный пока для меня. Семерка выставлен. Игрок под номером 3, Silver Name, Стас. Я, наверное, начну сразу, выставлю двойку, просто чтобы еще поговорил. У него была... Маша, зачем вы выставляете? А или что? Комкруг, у нас же комкруг должен был быть. Бля. Ну, я ведущий. А что такое комкруг? Типа, когда никто не восстанавливается, то, что у мирных жителей есть, ну, шанс, чтобы никого не вводить, чтобы не обосраться, поняли? А, ну, окей, окей. Дополнительная проверка. А ну что тогда? А можно отменить тогда? Ну да. Ну короче, тогда от меня, окей. Не, отменять нельзя уже, но вы выставили. По... А, в смысле, отзывания нету? Ну он не знал, ну карту, он даже не знал. Я не знал просто, что так, а поле же выставил, получается. По правилам игры нельзя отменять выставление. Да, я выставила. Да, я забыла про комкруг. Тогда окей. Да, блядь. Понял. Ну короче, я выставляю тогда сразу двойку, потому что первое ее вскрытие было просто плохая речь, сейчас она тоже запуталась, немного нервничала, пока что настораживает. Десятка, не знаю, почему меня втопил по эмоционалу. Я, блядь, спокойно разговариваю, типа, но тоже ближе к красному пока. Мне очень не понравился Пэшган, потому что, ну, у него просто была неуверенная речь, и плюс он очень много рассказывал про Сицилию и не дал никакой особо аналитики. Поэтому, возможно, 5-10 разномас, возможно. Камик тоже особо не дал аналитики, серый ближе к черному. Флэш и кто там, Весна и Манурин, по-моему, со мной поиграли, да? Ну, наверное, окей, с вами пока играю, выставляю двойку, 5-10 разномас. Спасибо. Остальные Спасибо. Выставлен, да, ребят, сори, ну, мог бы кто-то из вас сказать, понял. Я думаю, меня ни на двойку пиздеть не нужно. Поэтому игрок под номером 4, ваша минута, поехали. Я, ребят, тоже не знал, что такое комкруг, поэтому тоже бы кого-то выставил, наверное. Для меня двойка, хоть она сейчас, ну, полностью поплавленная речь, если честно, но по эмоционалу что-то сидит в тетрадочке ищет, ну, не знаю, по-моему, двойка красная. Вот, по-моему, тройка тоже красная. А мне не понравился наш паровоз, причем мне не понравился замыкающий в нем больше. Паша, ну, типа, мне не очень понравилась речь Паши, но Артем заехал в это все, и мне Артем не понравился больше. Из них двоих я бы сказал, что вот... Я рисую, что среди 5-6 есть один маф, вот рисую так.
Камик, хз, я бы не сказал, что Камик на черном мог бы выдать вот такую речь, как он выдал. Для меня Камик поэтому красный. Юра, который разворачивает стол, для меня тоже красный, соответственно. Получается, у меня сейчас команда, с которой я хочу играть. 2-3, наверное, хотя я с 3 не согласен, но, типа, мне он нравится. То есть я, точнее так, я считаю его красным, может быть, в команду не уверен, что хочу брать. 2-7-8, для меня среди 9-10-11, возможно, 2 мафа. Как-то так. Спасибо, пас. Спасибо. Большой игрок по номеру 5 ваши. А, выставляете кого-то игрок по номеру 4-7? 2 выставлены. 1 или это никого? А кто выставлен сейчас? 7-2. 7-2. А, 11-й, да? 11-й надо поставить. А, первый выставить. Кого выставить надо? 1 давайте выставим. Выставим. Игрок под номером 5. Паша, ваша минута. Так, значит, объяснюсь по поводу третьего, да? Третий сказал на своей речи то, что ему нравится речь 1. И поэтому я решил то, что он с ним играет. Да, возможно, это было ошибочное, окей, типа, за это не надо прицепляться всему столу, да, Фил? Как ты это сделал? Это... Окей, нравится речь, но окей. Так, дальше. А, по этому кругу. Я теперь точно играю с единицей. Я играю с 8-м, потому что мне он понравился на прошлом ходу. Соответственно, с тройкой я тоже играю. И на этой кругу мне не понравилась речь 2-й. Она немного поплыла, и я с ней не играю. Соответственно, я вылетаю из этого паровоза, но тут к концу прошлого круга организовался еще один паровоз. Уже 2 паровоза едет параллельно. И 8-9. Уже второй паровоз образовался. Ну, его я тоже не хочу влетать, потому что 10-й мне не понравился, 11-й и 9-й влетели. Я хочу их еще раз послушать, чтобы точно дать, кого я буду голосовать. Вот, выставляю. Так, давайте 11-й я выставлю. Выставлю. Игрок под номером. Бля, чат, я думаю, что 4-5-10 одна мафия. 4-5-10 одна мафия. Вот у меня такой вопрос. 4-5-10 одна мафия. Мнение идентично. Возможно, двойка, но двойка, возможно, даже красная просто волнуется. А Камик, дедушка, не твои ли слова были на одной из мафий? А я лезу, блядь, в этот паровоз из 7 игроков, и потому что я красный, и мне не страшно. Помнишь? И ты был красный. Правильно? Правильно. И Таня красная сейчас. Я понимаю, насчет чего... И я сам не могу вспомнить насчет того, что ты не можешь вспомнить. По-моему, смотри, я сейчас скажу, а ты мне помашь головой. Восьмерка играет с тройкой, тройка играет с однеркой, а восьмерка вроде не играет с однеркой. Что-то такое было. И потом это подхватывает Ваня и 11-я. А как у вас это, ребята, так получается? Правильно? Правильно. Вот именно. Вот в этом разбирайтесь. В вашем втором паровозе. Вот все, что сказал Сёр, мне нравится. И Стас, Сильвер, мы же по именам не называем, Владик. И Стас мне нравится тоже. Мне нравится 2, 3, 4, 5. А вот то, что вы там напутали и присоединились, вот там надо разбираться. Фил взял какую-то мега-огромную команду, но я не говорю, что ты черный. Я не говорю, что ты черный. Номером 6, Артем. Давайте Фэша послушаем. Выставлен. Игрок под номером 7, ваша минута, поехали. Так, пока не забыл, Киберток сказал, что Фил взял супер огромную команду, да? Супер огромную, блядь. Он так делает, блядь, на черном, нахуй, типа, блядь, в такой, типа, не боится, блядь, и на самом деле черная. Смотрите, 2-3, мне понравились игроки по прошлому кругу, вот 8, 9, 11, которые отметили меня, вот почему я не влез. Ребят, в такой паровоз, типа, я хотел влезть с Аустиором в паровоз 4-2, где мне понравились. Вот, я остался без позиций, меня втопили 2-3. Два игрока, 2-3. Там, скорее всего, разномаст. Либо кто-то подсасывается, либо, то есть, скорее всего, туда нужна проверка. Конкретно для меня. Я уже понимаю позицию свою и с кем я играю. Я играю 8, 9, 11. 11 хорошо поговорила, взяла меня в команду, так, в скобочках, как она сказала. Вот, Флэш тоже по мне сказал. В такой паровоз, в 5 человек, пиздец, это меня бы очерняло и потратили бы просто проверку, нашли бы красного. А разбираться нужно там. Вот, я не знаю... Выставляю троечку. 1 выставлю. Игрок под номером 8, Юрочка, давай. В тройку никакой проверки не надо. Красный для большей части стола. 2, 4, 5, 6. Я думаю, там сидит полторы, может, 2 даже мафии. Я не понял, единица, твою роль. Мне кажется, какая-то активная роль. Наверное, ты так завуалированно пытался сказать. Смотрите. Врач возьму. Я хотел бы немножко поддефить 5. Сейчас объяснюсь. 5 сказал, что 3 играет с 1, а этого не было. Но я на своей речи тоже сказал, что 3 играет с 1. Мне так показалось. Игроки 10-11 отметили. Он сказал, что он красный. Да, но я сказал, что 3 играет с 1.
это не заметили ни 10, ни 11, 5 за это въебали, а мне за это не въебали. Это 5 не делает 2 красным. Я не считаю 5 красным, я просто говорю, что мы справедливо как бы судили. Поэтому для меня 5, он так немножко повыше вот по красноте стал. 2, 4, 6, наверное. Ну, может, 5. 2, 4, 5, 6. Давайте туда голосовать. Выставляю 2, выставляю 4, выставляю 5, выставляю 6. 2, 4, 5, 6. По остальному столу не разобрался. Сванчик пока играет, с Филом пока играю. Ну, мне кажется, внизу типа мафии нет или одна максимум. Внизу вот 9, 10, 11. От 0 до 1 мафии. Игрок под номером 9, Ванечка, да. Молодец, врач, это очень хороший у нас. Как бы я, блин, почему? Ну, не надо бы поставить, это был бы ком-круг, у нас была бы еще одна проверочка. Мне не нравится сейчас, в данный момент, также на верхнем кругу мне, Пинки, я надеюсь, что ты активный ролик, ты красный, я с тобой играю. Троечка мне нравится. Мне не нравится 2, мне не нравится 4, мне не нравится 6. 5? Почему 2 не нравится? Двойка пытался, говорит, я записывал, как тебе в тебя втопить. И так, что типа хотел вбросить. Четверка, мне не нравится то, что он агрессивно в единичку, если единичка красный. То есть единичка проверенный красный, или там у него активная роль, а четверка в него активно топит. Значит, он черный для меня. Понимаешь, в чем дело? Для меня шестерка, которая нарисовала 2, 3, 4, 5 такую команду, это просто немыслимо. Это просто пиздец. Для меня шестой черный сидит. Я сейчас буду голосовать в игрока номер 6. Это самый черный игрок для меня. Если нету от кома проверок черных, значит, пока для меня самый черный игрок 6. Играю команда 3, 1, 3, 7, 8, 11, 10. Пасть. Но ближе красному. Большое. Игрок, выставляйте кого-то 7, 2, 1, 11, 8, 3, 4, выставляйте. Пятый серый. Пятый выставлен? Ни 5, ни 6 не выставлен. Пятый пусть поговорит. А 6 выставлен? Нет. Не, 6-го, я в него буду голосовать. Выставлен. Игрок под номером 10. Фил. Так, спасибо. Значит, касательно первого номера, я думаю, что он красный, но я с ним играть не буду, я просто хочу его очень послушать, вот, который он сейчас, собственно, будет говорить. Двойка, значит, она говорит по-красному, но она опять записывает что-то, хуй пойми, что она там записывает. Так уже было, и она была красной, когда она хуй вообще пойми, что писала. Поэтому двойка пусть сидит. Тройка, он говорит, что разномаст, между 5 и 10. Я с ним соглашусь, я красный, но возможно также, что и пятерка красный. В принципе, я готов тебе поверить, и окей, ты красный для меня. Четверка для меня черный, потому что четверка, он поговорил, был целый круг, и потом спрашивает, а кого выставлять? Это не очень похоже, и я бы, если сейчас конкурса, соответственно, не будет, я буду голосовать четверку, потому что он спрашивает, что 11 номер, кого ему выставлять. Для меня это, ну как, неужели нет своего мнения после окончания круга? Пятерка по-прежнему для меня, если на тот момент она была ближе к черному, сейчас она будет, окей, серая, типа шестерка, теперь вопрос по шестерке и семерке. Семерка начал, типа, чуть-чуть в меня вкидывать. Минута, Фил. Бля, там столько инфу у меня было, пизда, блядь. 7, 2, 1, 11, 8. Четверка выставлена? Выставлен. Я выставлю четверку. Четверка выставлена. Я выставляю себя, чтобы еще поговорить. Выставлен 10. Игрок под номером 11, Ваш. Я комиссар этого города, проверка 5 черный. Я думаю, можно сейчас пятерку даже не выставлять. Можно выгонять четверку за его команду 2-7-8. У меня вообще рисуется спокойно 2-4-5. Где 2 говорит, я играю 4-5, у меня так сходятся позиции. Но я 6-й, у меня черный, он у меня серый и черный. Как у вас 6-й, если он садится в ваш паровоз, едет вместе с вами? Четвертый рисует команду 2-7-8, где не 7-й играет вообще с 8-9-11, не трогает тот паровоз. Как вы берете 7, как вы берете 8, это совершенно разные команды. А двойка вообще говорит про 4 и 5, и у вас вы очень поете по командам. Я думаю, пятый и так черный, вы в следующий раз выгоните, потому что это моя проверка. Вот, четвертого, я думаю, сейчас будет безопасно выгонять, потому что у него самая размазанная позиция по командам. Представляю игрока номер 4 еще раз. Выставил. Игрок под номером 1, ваша заключительная минута. Не слышно. Там, мама мия, Санта. Мама мия, зачем я вас лечил, 11 номер? Зачем вы вскрылись, вас убьют в эту ночь? Кто черный? Пятерка?
Проверный черный. Окей, все, тогда четверочка уходит. Ну, во всяком случае, две мафии ушли. Ну, во-первых, смотрите, пятерка просто подлизался. Он единственный заметил то, что я говорю, я красный, я лечил. Но это не... То есть это его очернил, потому что он выставлял 11. Плюс он у вас проверный. Окей. А четверочка, в принципе, ну, типа, там сразу было видно. Очень четкая позиция была у него по атаке меня, несмотря на то, что все предвзято отнеслись. Но это было заметно. Это раз. И к нему уже подмазался и пятерка. Это понятно. Дальше вот очень интересная ситуация у нас происходит вот между вот этим вот 2 и 6. Потому что, мне кажется, это просто якорьки. У меня было предположение, что шериф проверил семерку, потому что была очень подозрительная карта, и этим она краснилась. Но учитывая то, что шериф проверил пятерочку, в принципе, но все равно у меня он красный. Он как бы, он тоже такой полуякорек. Господин Флэш знает, он активно работает, активно. Поэтому смотрите, у меня позиция 3-7. Я думаю, что на самом деле Флэш не доктор. Пинг не доктор, типа, и он не хилил 11, он типа байтит. Он байтит. Вот этот байт, блядь, охуенный. 5, это охуенный байт, блядь. И походу все. А я? А меня кто-то выставил? Нет. Четверка выставлена, окей. Ну, на всякий случай, я пятерку выставлю на всякий случай. Ну, потому что она черная проверенная, должна быть выставлена. Выставлена. Да, то только девятка не выставлена. Пускай скажут. Ну, тогда у нас оправдательные речи. По 30 секунд пинг у тебя лагает чуть-чуть. Видео, по крайней мере, у меня. У меня нормально. У всех лагает, да. 7-2-1-11-8-3-4-6-10-5. Такой последовательность у нас будет оправдательная речь. Начинаем с игрока под номером 7. Саня, 2 минуты. Смотрите, ребята, у меня вот хорошо, спасибо, что вскрылось. И, ну, у меня после меня, вот до меня сидят либо 3 мафии, да, либо 2 с десяткой по остатку. Потому что 8, 9, 1. Ну, Фил, ты для меня окрасняешься. Смотри, ты для меня окрасняешься по той причине, что если мы уберем оттуда троих мафов до меня, да, ну, то есть, и у нас игра закончится, окей, по тебе вопросов не будет. Ты у меня окрасняешься, потому что ты хочешь поговорить и выставляешь. Выводим пятерку. Спасибо большое. Игрок под номером 2, ваша минута, поехали. Короче, мне кажется, ему не надо паранойить шестерочку. Шестерочка подметил тоже, что я не знаю, я не вижу в нем черного игрока. Просто я, видимо, неправильно себе команду выстроила. И я объясню, почему для меня было подозрительно вот эти вот все оставшиеся. И для меня до сих пор подозрительный камик. Он очень странный. Типа, он не хотел влезать в паровоз 2, 4, 5, 6. А потом такой, ну, типа, ну я все равно буду с тем паровозом, потому что они меня там поддержали, как я поняла. Короче, большое. Не знаю, камик для меня сейчас максимально подозрительный. Игрок под номером 1, ваши критики. Пинг. Не слышу. Меня кто-то выставил, господи. Окей, замечательно. Смотрите, ребят, на самом деле, двоечка, вы не беспокойтесь. Мне кажется, просто семерка в заблудившийся. Он якорек, и вы, в принципе, 2-6, вы оба якоря. 2 впереди, 1 сзади. Хороший кораблик, зашибись. В принципе, сейчас уходит четверка. На всякий случай, если будет какое-то сомнение, пожалуйста, ручки вкидывайте. Это было нормально. И потом вот это дергание на стуле очень сильно спалило черную игру. Игрок на Миловича, хотя он очень сильный. Очень, очень сильный игрок, это сразу видно. У нас 4-5 есть. Я надеюсь, что четверка, я очень сильно надеюсь. Это процентов 80. Это очень важно. А дальше поглядим. Пятерка уходит, а там последнюю найдем, честно. Спасибо большое. Игрок под номером 11. Ваши 30. А, смотрите, игрок номер 1. Наоборот, хорошо то, что я сейчас скрылась, потому что, скорее всего, выстрелили еще раз меня, как бы добить, потому что... Так что сейчас все очень даже идеально, мне кажется, для мирного города, где мы с черной проверкой, где мы снимаем четвертого самого непонятного. Мы сейчас ничем не жертвуем, мы не прилетаем никак ни в Т3. У нас спокойно, у нас сейчас захилили. Есть хоть какая-то информация по столу, и стол начал как-то уже делиться. И уже примерно что-то допонятно. Я думаю, уже с одной черной проверкой можно спокойненько выиграть в этой катке, если не начать параноить. Вот, так что снимаем сейчас четверку, дальше снимайте пятерку. Спасибо большое. Игрок под номером 8, ваши 30. Это был Рофл Пинк, когда сказал, зачем вы вскрылись, игрок номер 11. Ну, ладно, слава богу. А, не Рофл, а что ей еще делать, ее убьют сейчас. Почему ей не скрываться, когда ей скрываться? И проверку бы она свою не сказала. Короче, просто другого доктора нет. Я бы сейчас въебал. Если что, два раза в ее стрелять, я ее лечил первый круг. А только она проверку сказала! Она проверку сказала! Ну, зачем она вскрылась? Она сейчас умрет. Если бы не вскрывалась, ее два раза не стреляли. Прости. Почему? Почему? Ее сейчас почему? Почти всегда добивают почти. Да. Конечно. 99%. Ну, типа, если доктор другой есть, просто если нет доктора, тогда один с красным, тогда 4 черный. Сири показал, что он комиссар, он проверил один, он красный. Спасибо большое, я вам даже накинул. Игрок под номером 3, ваши 30.
У меня такое подозрение, что один не доктор, и он сейвит настоящего доктора для того, чтобы засейвить комиссара на 11-м слоте. У меня такое подозрение. Это такой нормальный был вброс, и вполне возможно верю. Ну, скорее всего, раз других комиссаров нету, верю 11, нормальная проверка в пятерку. У пятерки дрожал голос. Вот, ну, я Пэшгана просто не первый год смотрел. Он, когда волнуется, у него дрожал голос, поэтому я, скорее всего, верю, что это черная проверка. Ну, собственно, надо выкидывать, скорее всего, пятерку, потом, наверное, четверку. Четверка очень агрессивно начал, и, не знаю, скорее всего, буду против 5-4 голосовать дальше. Посмотрим. Спасибо большое. Игрок под номером 4, ваши 30. Я комиссар, проверил единицу. Единица красная. Я не знаю, что сейчас делает единица. Вообще никаких проблем у меня с этим нет. 11 фейком. Я не знаю, что происходит сейчас за столом. Для меня сейчас красные игроки за столом железобетонные. 8, 1. Скорее всего, 9, потому что для меня среди 9, 10, 11 был 1 или 2 мафа. 11 точный маф, 10 возможный маф. Вот, 7 скорее красный, 3 скорее красный, двойка, если майнгеймит так, я хз. Вот, 1, 8, я сейчас, окей, я сейчас уйду, хорошо, ну тогда, короче, неважно. Если я сейчас уйду, это неважно на самом деле, короче. Два комиссара остаются, пятерка проверенный черный уходит, у вас красная проверка. Спасибо, нельзя так делать, Пинг, сам знаешь. Игрок под номером 6, ваши 30. Ну, два комиссара, все правильно, пятерку выводим, смотрим проверки, и как бы все. Потом выводим в противовес другому комиссару. Проверку. Все? Я красный игрок? Разобрались? Или вы так не считаете? Окей. Спасибо большое. Игрок под номером 10. Ваши 30. Давай, Фил, уложись. Выводим четверку. Не надо никого оставлять, никаких проверок. Шестерка. Весна нормально скрылась. Ее сейчас убьют. Пятерка. Пусть сидит. Тройка. Спасибо, что ты охуенно держишь в курсе, что там фейковал, блядь. Спасибо, что ты придержал все курсы, блядь, красава. Я с тобой играю, вот, несмотря на то, что ты долбоеб. Вот, играю. Играю пока что побрежу с восьмеркой. Но единственный вопрос к семерке. Почему рисовал разномаст между тройкой и двойкой? Я рисовал между тройкой. Еще больше запутывает, типа, это еще больше запутывает. Между тройкой и четверкой. Это четверка черная. Зачем ты рисовал 3,2, блядь? Вот это мне к тебе вопрос, поэтому ты для меня пока серый. Спасибо. Спасибо большое. Игрок под номером 5. Ваши 30. Так, ну что, я получается мафия. Я. Получается так. Но на самом деле... мне 11-й изначально не понравился. И я хотел... чтобы она поговорила на этом кругу. Она поговорила. Значит, мы ее услышали, она оказалась комиссаром. Я не верю ее открытию. Значит, я верю, я играю с игроком номер 4. Мне не нравится игрок. Спасибо большое. Итак, у нас голосование 7, 2, 1, 11, 8, 3, 4, 6, 10, 5. Такое последствие будет у нас голосование. Пожалуйста, поднимайте руки все. Бля, пожгем поплыл. Кто против игрока под номером 7, поднимите, пожалуйста, руки. Кто против? Кто против однерочки? Кто против 11-го? 8, 3, 4. Раз, два, три, 4, 5, 6, 6 рук. Кто против шестерочки? Кто против десяточки? И 5 рук улетает у нас пожарная. Четверочка, ваша минута, пожалуйста. Я ухожу, да? Да. Ну, получается, играем по версии 11. Что у нас получается? Пятерка черная, пятерка получается железобетонно-красная. 1 красный, 5 красный, 11, 10 черные, точно. Юра точно красный. Камик красный, Сильвернейм красный. У вас команда 1, 3, 5, 8... 7. 10, 11 точно черный, найдите третьего. Третий черный находится между 9, 6, 2. Я бы склонялся, что это 9. Ну, типа, играем по балансу, убираем 5, отлично, да, только убираем 4. Отлично сыграли город. Да, играйте по версии этого комиссара. Это ГГ, спасибо, пас. Спасибо большое. Итак, все спят. Фил включает музыку и тоже ложится спать. Все спят, и просыпается мафия. Мафия делает снизу. Просыпается Дон. Дон делает снизу. И засыпает. Просыпается комиссар.
Комиссар сделал свою проверку. И засыпает. И доктор. Доктор сделал свою и засыпает. Доброе утро, город. Игрок под номером 11 умер. Ну все, у нас версия отметается, версия. Г-г-г. Мне вообще на самом деле так сейчас жалко мафию, что мне хочется очень черное сказать, чтобы меня выкинули, чтобы какие-то шансы. Получается два мафа. Получается два мафа. Получается, ну это как бы понятно, что он настоящий. 5-7. Господа, 5-4. Какой 5-7? 5-4. 5-4 вместе. 5-4, да. Ну, да. Четверка уходила. Нет, 5-4. Нет, есть еще одна мафия. 5 да. и 7, скорее всего, остается. Либо 5-7. Не-не. Если шестерка красная, двойка красная. Посмотрите на камеру, он агрессивно играет. Что? Он вообще Фил. Сидит, он даже не Ребят, жестикулирует. Подождите секундочку. Давайте мы не будем акцентировать внимание на вещах, которые будут на следующем кругу. На этом кругу четко уходит пятерочка, и я предлагаю меньше разногласия, просто быстренько пройти по кругу, удалить пятерку, а потом уже думать. Потому что у нас чтобы вот не выкинуть так мирного, вот да, время. Чтобы мирного не выкинуть. Потому что да, я не да, хочу, да, чтобы дополнительная смысл. Информация еще каким-то образом сделать так, что мы еще и, блядь, по пятерке не проголосуем. Да, давайте пятерку сразу выведем. Давайте пятерку сразу выведем и не будем ничего смотреть. Это самое. Давайте пятерку. Не дай бог, ну его нахуй, Серег. Картон, только это скажите, все ли согласны, типа, что вводим пятерку, ну вот это. Спасибо. Ну, если, типа, можно так пинг выкинуть его сразу? Ну, как бы можно, но лучше не надо. Лучше не надо. Лучше не надо. Давай, начинаем с игрока под номером 3, Стас, ваша минута, я согласен. Не после того, как оправдательная речь о пятерке была, по-моему, это какое-то признание было, чисто символическое. Ну, короче, выгоняем пятерку, 4, скорее всего, это был, ну, очевидно, фейк-комиссар, 5-4. Последняя мафия лично для меня это, ну, возможно, еще двойка, потому что она волновалась вначале. Возможно, из-за того, что она просто не играла. Возможно, скорее всего, ближе к красному. Ну, 6-7 еще, возможно, разномас. Дед, ты какой цвет? Точно? Железобетонно, да? Ну ладно, блядь, давай. Пятерку выставит, так, давай семерку поставлю, послушаю. Что-то он, блядь, с задержкой ответил на какой цвет. Выставлен. Как жить камику, когда его выставляют первого? Игрок под номером 5, ваша. Не слышно. Не слышно. Ну я поплыл отсюда, как бы. Ну смотрите, значит, я доктор за этим столом. Хилил кого? Я хилил у седьмого номера, потому что у седьмого не было абсолютно никакой позиции. Мне показалось то, что он комиссар, и я начал хилить его. На один после второго Пинка, чекайте. После второго круга я начал хилить Пинка, потому что мне показалось то, что он именно другой комиссар. Ну, оказалось то, что 11-й, оп, неожиданность. Ой, неожиданность, ой. Вот, значит, какая у меня команда? Бассейн моя команда. Все, давайте. Пока-пока. Спасибо. Выставляете кого-то? Выставляю один, потому что он доктор. Выставлен. А доктор настоящий я. Выставлен. Игрок под номером 6. Ваша минута. Пацану, что ли? Ну, смотрите, у нас кто окраснял пятерку вообще, кто с ней играл? Двойка и восьмерка немного, правильно? Ну да, но ты за него немного вступался, Юр. Вот. Ну и дедушка. Как бы вот... Не, ну у нас же кто-то должен оставаться, я-то свой цвет знаю. Мне же надо на кого-то думать хотя бы. Пас. Спасибо большое. Выставляйте кого-то, 7-1 выставлено. 7-1, ну 5-5, очевидно. Выставлен. Игрок под номером 7, дедушка. Смотрите, чтобы вы меня не паранойили, вы можете потом, у вас куча еще ходов будет. Фил, я к тебе обращаюсь, потому что ты 2-3 не видишь разномаса, а я вижу. Мне кажется, скорее всего, 5-4, 2 либо играли в команды, либо просто троечку замазали. Но троечка, а у него хороший эмоционал. Я больше поверю в двойки, что 5-4-2 команда, и Пашган брал свою всю фул мафию в команду, Бедрофа.
Я в это поверю. Ну, то есть вы можете меня вообще без паранойи выкидывать, потому что, ну, типа, я не верил, что, блядь, аж там три мафии сидит. И ты сидел, ну, из-за того, что ты, типа, выставил себя и хотел поговорить, ты для меня не рисовался в мафию. Вот, и все. И у меня, получается, сверху три мафии сидят. Я не знаю, выгоняем пятерку, потом в следующий ход кикайте меня, если хотите. Пятерка, вы видите, даже он говорит, сдает меня. То есть я автоматически красняю. Спасибо, Паша, короче. Пятерка выставлена, не буду ничего говорить. Спасибо большое. Игрок под номером 8. Ваши минуты. В общем, моя команда 1-3-7 на данный момент. В оставшихся 5 игроках 2 мафии по остатку. 2 я подозреваю, 6 я подозреваю. Если не 2, не 6, ну, значит, затесалось где-то 9-10. Только не надо орать на меня сейчас никто из вас, потому что, ну, типа, по-другому не получается. По-другому просто не получается. 6 я вводил, значит, вкидывает на меня 6. 5 играл, не играл из 5. Я сказал, я аккуратно защищу его в том, в чем его надо защитить. Я не сказал то, что он красный 5. Я не пытался сказать, что он красный, я с ним играю. Я не играю с 5, мне нахуй не надо с ним играть. Я вообще в него то, что не голосовал, то, чтобы он еще раз поговорил. Потому что речь была феноменальная. Паш, огромный респект даю, доигрываешь до конца, речь была хорошая. Я всегда за это ставлю лайк. Ну, потому что, типа, сливаться, сказать, блядь, это плохо. А вот сказать, как ты, это заебись. Ну, выставлю 5, вы 5, к сожалению, несмотря на то, что мне понравилось Пашин доигрыш до конца. 5. Спасибо большое. Игрок под номером 9, Ваня. Рад, что Пинки попался доктор, это очень круто, на самом деле. Хил в 11-ю, это... Я бы так никак не похилил. То есть, если бы вот, как бы я был бы доктором, для меня были более красные игроки. На самом деле, 4-5, ну это понятно, что это мафия. То, что пятый сейчас сказал про седьмого, для меня автоматически окрасняет. Для меня седьмой красный, не знаю, чего вы в него топите, как бы, и он подозревал, параноил вас, ваш паровоз и так далее. Вот, мне он более нравится. Мне нравится восьмерка эмоционалом и как бы позицией по нулевому кругу. Я считаю, я играю 1-3-7-8. 1-3-7-8. Что? 9? Что? Что 9? Хорошо, Леш? Выставить? Что? Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Игрок под номером 10, Фили. Ваша минута. Так, уходит пятерка. Мне, значит, опять же, мне непонятно, почему восьмерка не берет с собой команду. Но я точно играю с восьмеркой, несмотря на то, что он меня наберет. Он, в принципе, говорит по-красному. Хотя я первый, кто закинул в пятерку, в четверку потом начал душить и так далее. Ну ладно, неважно. Вот. Двойка, шестерка, где два у меня красные. Я не знаю, как у Юры, но два у меня сидит красная, она просто запуталась, я хрен его знает. Тройка сидит красным, единица сидит красным. Пятерка черная, шестерка вопрос, семерка вопрос и также девятка вопрос. Потому что я когда играю с Ваней, Ваня задает вопрос, типа, хули ты со мной играешь? Ты со мной когда не играл, ты со мной не играл. Я предыдущие игры говорю. Когда я с тобой не играю, ты тоже задаешь вопрос. Поэтому, блядь, с Ваней не буду играть, потому что, блядь, то не сяк. Играю с восьмеркой, играю с тройкой, играю с единицей. Семерку, не знаю, семерку у меня по-прежнему под вопросом. У нее речь была нормальная, но... Не знаю, если я готов с Камиком поиграть, я готов с ним поиграть, тогда у меня остается 6 и 9 в таком случае. У меня остается 6 и 9. Если у кого-то есть еще шестерка, у Флэша есть шестерка, то значит надо вводить шестерку. 2-6, 6-7 с обе команды. Сейчас уходит пятерка, сейчас уходит пятерка, никого не буду выставлять. Фил, успокойся, выставишь кого-то? Разогнался. Чего? Я говорю, выставляешь кого-то? Я говорю, пятерка выставлена, я никого не буду выставлять больше. Хорошо. Игрок под номером 1, ваш минут. Итак, господа, ну, моя команда это 3, он всегда изначально со мной играл, это нормально, потому что самая красная, и 10, потому что он играет с тройкой, и, естественно, восьмерку я сюда приписываю. 2-6, это якоря, а вот с господином Манурином у меня было вроде бы как все в порядке до его фразы. А я сейчас вам ее скажу, как бы я ее сказал, будучи на месте Манурина. На месте доктора выстрелить в 11-го? Мы же специально по ней стреляли так, чтобы ее никто не лечил. Это была очень интересная фраза, которая была не завершена. Как можно было не заметить очень хорошую аналитику 11-й, которая сделала специально так, что дала понять, что она в шериф, потому что она говорит, на проверку между 5 и 6. Она это сказала. Это был мой маяк, чтобы просто ее более-менее похилить, потому что как бы у меня были предположения, то, что она шериф. И вот эта фраза, господин Манурин, мне кажется, что я нашел последнюю мафию. Но это только подозрение. Очень, вот, знаете, когда кажется, надо креститься. Вот, поэтому так. Ну, погляди, спасибо. Вы стараетесь? Нет, пятерка уходит, все, спасибо. Спасибо большое. Игрок под номером 2, Танюша.
Короче, что я хотела сказать по поводу семерки. Мне она изначально не нравилась, вот, возможно, да, я выбрала неправильно сначала игроков, я только открывала стол, для меня еще были непонятные игроки, сейчас более-менее стол уже разрисовывается, хочу железно просто играть с Филом, он раскладывает, и также мы в одном направлении думаем. Мне нравится восьмерка, тройка, однерка. Мне не нравится. Шестерка более-менее серая для меня, потому что вы все чернять мне нравится, если честно. И просто я еще не до конца в ней уверена. Пятерочка уходит, семерочка. Это, смотрите, он даже он не эмоционирует, он ничего, он никак. То есть обычно на красном он агрессивно, ой, да, на красном он агрессивно играет. Что-то жестикулирует. Сейчас вообще разномаз между двойкой и тройкой. Я уверена, что между двойкой и тройкой это красные игроки. И также я топила против девятки, говорю, девятка. Мне тоже не нравилась. Девятка, семерка, мне кажется, там мафия. Семерка. Почему? Больше в я сказала, шестерочку сказала по поводу того, а что у вас не состыковочки, с кем вы играете. У меня? 7-1-5 выставлен. О, у меня не состыковочки, с кем я играю. Не тебя агрессирует. Да потому что вы заебали, вы что, сумасшедшие? Я играю по одной позиции, меня ебут. Вы что, дурачки, что ли? Игрок под номером 2, вы выставляете кого-то? Семерочка выставлен, да давай девяточку. Говорю, у меня, говорит, не стыковочка. Выставлен. 7-1-5-9 у нас на голосовании. Игрок под номером 7, ваши 30, поехали. Блин, я не знаю, что добавить. И что, Пинг спалил в третью мафию, замазанную девятку, что ли? Эх, их фиг его знает. Ну, блин, я не знаю, ну, может быть, 2-3. Мы просто с двойкой сидим, ссоримся, как два красных игрока. Я свой цвет знаю. Гипертокс, вот ты для полусладкой, она говорит, что для нее он типа ближе с серым. По-моему, оправдался, и он хорошо говорит. Он для меня красный сидит. 2-3 рисовал разномаз, где тройка более этот, и я думал, что влезли в такой паровоз. Спасибо большое. Более этот. Дэн, твоя минута. Не слышно. А теперь включаем режим Mental TV. Господа, господин Мандрин, простите меня, пожалуйста. Это был вброс на самом деле, но он был достаточно весомый. Но вот реакция вашего лица является непосредственно, так как пел Семен Слепаков, палевом. Это было очень палевно. Если бы вы были красной картой, вы бы отреагировали абсолютно нормально. К привлечающему сожалению, у вас просто полностью отказал все мнение. Посмотри предыдущей мафии, посмотри, как меня ебут и скажи. Я вас много мафий вел, я вас знаю. Поэтому в этом случае у меня более, скажем так, больше увеличился процент в том, что вы черная карта. Но опять-таки, мне кажется, это очень было палевно. Это было сравнимо с господином Флэшинзом на этом. Спасибо. Спасибо. Игрок под номером 5, Паша, твои 30. Не слышно. Какое-то, блядь. Так, мое обращение к мирным жителям. Вы что, блядь, творите? Вы что, не видите, что весь стол топит в меня? Весь стол! Это значит то, что я красная карта за этим столом. Все абсолютно, включая мафию, и мирные жители топят меня. Это меня только лишь окрасняет. Что вы творите сейчас? Я не понимаю. Номер первый должен уходить с этого стола. Он вообще должен забанен, блядь, быть. За вакбан ему выдать и все, нахуй. Вакбан ему, и все. Первый уходит отсюда. Спасибо большое. Игрок под номером 9. Если бы господин Пинки смотрел больше мафии, а не вел, когда я играю последние разы, меня хуярит в любой позиции. Я на мирном сижу, играю по позиционке с 3-8, блядь, и меня хуярят нахуй. За что? Я 4 сказал, подозрительный, проверка 1-4, если один красный 4-8. Пятый серый сидит. Чего ты смеешься? Вы меня бесите уже, просто я сижу на мирном, меня заебали вводить уже. Подозревают, сбрасывают, сосут, еще что-то делают, ебаный в рот. Спасибо. С какой позиции, блядь, как с кем я? Ой, блядь. И голосование у нас 7-1-5-9 в таком порядке. Поднимайте, пожалуйста, все свои руки. Кто против игрока? Фил, более искренне, посмейся, пожалуйста. Кто под номером 7, кто против семерочки? Однерочки. Две руки, записка две. Кто против игрока под номером 5, поднимите руки свои, пожалуйста. Понятно. Пожан. Ну, мирный город засыпает. Все спят. И
просыпается мафия. Думает, кого убить. Мафия сделала свой выбор. Насыпает. Просыпается дом. Я понял. Просыпается комиссар. Делает человек. И просыпается доктор. Думает, кого похилить. И засыпает. Доброе утро, город. Че, никого не убили, видимо? Никого не убили. Ебать! Судя по картам, все живы, блядь. Все живы. Охуеть. Блядь, девятого лечил? Девятого лечил? Нет? Тройку. Меня. А, блин, окей. Тройку? Меня хилил. В троечку стрелял. Ну, это самый красный круг за столом, это было логично абсолютно. Я хотел себя похилить, а потом дурак понял, что я не мог один, что я такой раз в себя нажал, такой, блядь, ну, хотел себя потом. Блядь, короче, какой-то читер, деле, блядь. Я считаю, что мафия какие-то ироды ебаные, потому что, смотрите, они увели днем комиссара, доктора, еще и самострельнулись на фейк-комиссаре. Понял. Ой, господи. Блин, Тань, вы как ты можешь говорить, что... Блин, это читак, просто читак. Ты говоришь, как этот самый, кто-то раскладывает стол, вот мои мысли прям один в один. Только ты про это говорил, про 4.5, с самого начала, что ты говорил 4.5, мои мысли сходятся. А потом ты говоришь, что у меня мысли сходятся с десяткой. Ну как так можно говорить? Нет, ну посмотри, по нулевке. Типа, смотри, я сейчас скажу. Хуйня говорили. Я скажу, нет, смотри, первый стол, выбил, они первый стол говорят, и что... И ты со мной поиграла, четверочка, потом не поиграла. Подожди, тихо, четверочка говорит, что она ближе, первая ближе к серому. Я также думала, типа, ближе... первая ближе к серому, но ближе к красному. Второй хочу играть, типа, ну я, блин, тоже с ним хочу играть. Спасибо большое. Короче, ну ладно, ну, типа просто, ну, что схожие мысли были, а потом все поменялось, когда уже... Все, хватит, Аня, успокойся, у тебя будет время. Ебать, пожган лечит, да? Игрок под номером 6. Поехали, ваша минута. Объясняю, Юра, тебе не понравилось, что я в тебя вкинул. Но я с позиции мирного игрока должен понимать и вспоминать, кто за пятерку что говорил. Вот и все. Я не вкидываю в тебя, окрасняйте все, Юру, пусть сидит красный. Окей. Тогда для меня команда. 1, 3, 10. Железная команда. С десяткой я играю. Двойка, Таня, мне нравится. Да, она, ну, там, путается. Мне кажется, она просто запуталась. Но она красная, как по мне. Мне кажется, надо просто по очереди выгонять 7-9. И еще такой момент был, что когда полечили, они все с каменным лицом сидели. Ну, как бы вот так вот. Просто. Настоля, да, мафия. Ну, давайте семерку, выставляйте девятку. 7-9. Выставляете как-то семерку или девятку? Да, семерку. Дедушка выставлен. Дедушка, ваши 30. Старый. Окей. Ну, не, выгоняйте, я согласен. Чуть подустал, я тут действительно. Выгоняйте меня, потом выгоняйте девятку, выгоняйте двойку, а потом выгоняйте Карпмана по той причине, что у нас, блядь, не может быть уже, блядь, столько мафии, потому что, блядь, это, сука, все мирные, мне кажется, блядь, и сидят. Ну, по факту, я говорю. То есть без рофла. Потому что слишком много как-то черных игроков рисуется. Все по-красному говорят, окрасняются. Ну, я понимаю, почему. Я сейчас ухожу. Ну, я просто уверяю вас, что после, так сказать, моего повешения игра не закончится. Я не знаю, кого выставлять. Вы выставляете двоечку. Блин, не знаю. Выставьте девятку. Спасибо, Паш. Спасибо большое. Игрок под номером 8. Ваши. Ладно, если без рофлов, я оставлю 10, самый черный игрок заставлю. Короче, один доктор только что хилил, значит 5 не доктор, ну математически. Если 5 не доктор, значит 5 черный, соответственно 4 с ним черный, значит 11 комиссар. Значит играю с единицей, единицы говорят 9 черный. Выставляю 9, пас. Выставлю. Игрок под номером 10, Ваня. 10. Игрок под номером 10. Смотрите, я вот сейчас начинаю крутиться за столом, за стулом. Это, кстати, как и в первых моих играх. Я черный, получается.
А, кстати, я сейчас еще, мне кажется, сдерживаю эмоции. Я тоже черный. А, я сделал комплимент доктору, а он сказал, что я черный. Кстати, так и есть. Да и это игра проигранная, это просто тянем время. Это просто пиздец. Типа 4-5 настолько хуево сыграли, что я просто я не знаю, как мне здесь сделать. То есть как мне было здесь выиграть? Здесь никак не выиграть. Два хила было в 11-ю. Блять, прохилить, типа, я это ну, говорю, это все. Здесь просто пиздец. И меня все равно паранойя всегда. То есть, я не знаю, как... Мне вообще мафия не должна прыгать, чтобы мы выиграли. Открутка. Типа... Так, Ваня, когда я... Вот почему? Вот когда я тебе не паранойю, ты не хочешь со мной играть. Опять же, ебаный. Я тебя не подозревал, и ты говоришь... А с кем мне играть? У меня два мафа умерли, блядь! Нет, типа, я тебе про прошлую игру, например, говорю, про прошлую игру, когда ты меня топил. Ты просто блядь, чуваки, Ваня, по-моему, пизда, Ваня, блядь... Да нет, хорошая игра, молодцы. Хорошо, блядь, сыграли. Просто ебать конти. Особи единичку в бан. Не, на мафии очень тяжело, блядь, на самом деле. Пинк вообще читер ебаный, вообще. Был бы шанс, если бы пятый, если бы одиннадцатый не проверил, понимаешь, в чем дело? А, то 11 не проверила бы, блядь. Типа, у меня один маф проверенный, а не 4-й. Ваня, я даже не знаю, честно говоря, а что делать, когда, типа, 11-й вскрывается комом, которого да, захилил да, единица, да. А у меня нет на столе ни одной адекватной проверки, потому что 11 нормально поговорила. Я думаю, что мне надо скрываться 1-8 красный, типа, чтобы меня Слушай, не убивали. Слушай, несите в Дискорд. Вот, а 11 вскрывается хорошо, у нее пятерка становится черной, но она еще и меня хочет увести первее, чем пятерку. Ну, то есть, типа, не знаю. Тебе не надо было топить в него, блядь. Я сказал бы, что он серо поговорил, но не делал бы его так жестко. Понимаешь, я сразу нарисовал 1-4, чтобы от себя. А, да, ты в него жестко втопил. Не, надо не было ну, так делать. Я, допустим, топил за то, чтобы оставили два шерифа. Во всяком случае, так надо делать, когда он скрылся с шерифом. И очень хорошее было вскрытие. И надо было оставлять два шерифа, убивать одну проверку черную одного шерифа. Просто проблема в том, если, то есть, ты когда вскрываешься шерифом, и у тебя красная проверка, это минимально тебе окраснит, братан, то, что ты шериф. Несмотря на то, что я красный, тем более я знаю, что я красный. То есть это неубедительно, понимаешь? Если так я типа мало того, что показываю, шериф... я показываю, что ты красный, ты еще и доктор, то есть типа ты железобетонный красный. Если понимаешь? Если бы вскрылся с черной проверкой, можно было бы по очереди снимать, допустим, его проверку, а потом только мою, допустим, хотя бы такую версию рассмотреть. А если красный, то никак у тебя. То есть шериф с черной проверкой, шериф с красной, даже если два шерифа остаются играйте за столом, без доктора, у вас мафия 24 на 70. Чат, я норма, не задрот это... мафии, типа, я не шарю там баланс и так далее. Я чисто... Просто, ну, ребят захотели просто это... Чисто набираюсь опыта, так сказать. Нет, да, понятно, но для всего... По-моему, последнюю игру нормально сыграл, поговорил нормально. У меня проблема, типа, что я первые два круга нормально говорю, а дальше хуй знает, что говорить, потому что я логически четверки не строю и ничего не записываю. Без выходности вскрылся, это было видно, то почему не выкидывать четверку? То есть это не тот случай, когда надо оставлять за комиссара. Это жестковат, конечно. Не, я говорю, я не знаю, типа, а какую вот, какую мне можно было дать проверку на черного, чтобы, типа, да мне поверили? Да просто прохилил доктор и все. И тебе просто нужно было дать прохилил. Проверку под все. Человека, который сомневается. То есть то, что у меня, я железобетонный красный. Смотри, если у меня по первому, типа, кругу, у меня, типа, ну, серый ближе к черному, я обозначаю свою позицию как один, и кто-то среди 9, 10, 11. Ну, что, 11, типа, ком, но я мог попробовать скрыться с проверкой 11, типа, нет, ну... Нет, самая лучшая проверка, Миш, самая лучшая твоя проверка — это 6 красный. Если 11 проверяет 5 черный, случае, да. Лучшая проверка 6 красный. Это значит, что по позиции я не могу утверждать, что 11 комиссар. Может быть. Но просто тебе не повезло, что 1-11 хилил, и она выжила. Да, 1-11 хилила, когда один утверждает, что он хилил 11, это значит, что если 11 черная, она черная только с 1. И никак по-другому. Ну, и короче, она самострелилась. Суть в том, что типа фейк, вот, ну, вот. Типа, ты можешь скрыться на коме, ну, типа, контр-вскрытие сделать. Но контр-вскрытие ком плюс док — это вообще impossible. То есть, если на первом ходу доктор лечит комиссара, это луз автоматически для мафии. Да, ты должен будешь утверждать, что 11 самострелы. Нам нужно практиковать самострелы на мафии. Нужно прям специально делать так, чтобы практиковать ситуацию, в которой у нас был самострел. Я это точно делать не буду, потому что все равно в любой ситуации меня не прохили. Ваня молодец, он до конца. Ванечка, у тебя все хорошо, братан? Просто там совсем чуть-чуть не дотянул. Ничего страшного, у тебя все нормально было. Совсем без исходка, чувак. Можно, знаете, что думать? Как раз варианты профессиональной мафии, типа, стреляется самострел, если первый скрывается, для того, чтобы... На втором кругу самострел в большинстве краток. Это правда, но без финальной речи, типа, это все не работает. Я хз, мне доктор вообще как роль, она, типа, каждая игра на мафии, которую играю в партиях с доктором, это такой тильт просто нереальный каждый раз. Это дисбаланс, братан. Особенно, если доктор прошаренный.
Это нереально выиграть. Нормальная отсылка. Я не хочу играть в мафию. А у 11 еще такая, типа, на самом деле, уверенная, хорошая позиция. Я бы не сказал, что на ком, если честно, по нулевке. Ну, типа, может, что-то она там показала для единицы, но она прям уверенно въезжала. Пинк, скажи, как ты 11-го, бля, захелил? Ну вот просто расскажи это, посвяти. Чувак, нас. Да очень просто все. Она, у нее фраза была, которая она просто высветила свою позицию комиссара для прошаренных людей. Она сказала, между 5 и 6 я бы проверил. Ну, то есть нужно на проверку. Все, она первая, которая предложила проверять. И это все было понятно сразу. Я такой, смысле, ну, посмотрел. Я сказал, 1-4 проверка. Какой, как ты захелил? Вот. Кого? Тройка это нормально. А самый красный игрок за столом. Он всю жизнь, он сам с самой первой катки за меня топит. Блин, мы тут просто. Я тут смотрел, ну-ка уже вылетел, смотрел, мы тут охренели просто с чатом. Как ты, блядь, тройку захилил? Поэтому Пинк у нас обычно или ведущий, или спит. Это просто жесткий вакбан, правда. Чувак, я просто, ну, блядь, это еще. Ну, как бы, мафия для стримеров это такое. То есть, как бы тут еще можно как-то порофлить. Здесь есть какие-то нестандартные ситуации, которым на нормальных катках, на которые мы там тысячами катали, их никогда не бывает. И здесь еще можно какая-то ситуация такая, блядь, получается так, что ты думал так, а получилось совсем по-другому, потому что кто-то что-то спизданул неправильно, и все такие, о, все побежали, я побежал. И забыли основную цель. Вот, а так, на самом деле, уже лучше я буду вести. Или давайте в проф, давайте уберем доктора и давайте на 10. А, кстати, а чем плохая версия, когда, типа, 10? Нет доктора, есть речь на оправну. Братан, ребята просто боятся за маяков. Нужно просто маяки и все, выучить и все. Нет, даже не в том. Просто элементы вот такой вот чиловой мафии. Да, чил с доктором. Да. Так а в чем типа, а в чем чил, если у мафии винрейт 25% не должен быть при докторе? Бля, надо вообще, на самом деле, чтобы мне так. У нас вот мне вот в чате написали, у нас за два дня выиграла один раз только мафия. Один раз. Смотрите, у нас, короче, в прошлой игре у нас сидит. Дед красава. Игре на красном разваливает, весна разваливает. Когда Пинк с весной были черными сегодня, они точно так же улетели. Можно поиграть, как играет Флэш, типа, когда у них нет доктора, но с предсмертной речью после этого, есть? Там, после ночи, например. Да, давайте. Это писать, по-моему, да. Был с кем-то еще с проституткой. Да, не, ну, профмафия, но чтобы это самое, так же руфлили, ну, а оставить 10 человек. Ну, да. Бля, роль проститутки охуенная роль, можно я на проститутке человек, буду, пожалуйста? Так как играет Флэш, их 10. Надо играть 10 роль. Роль проститутки, просто. Короче, буду затираться туда и туда выигрывать красным ПКД. Можно просто новые роли добавлять. Ну, камик залезть. Бля, Лена, за два дня, блядь, один раз мафию выиграл. Это как будто я играю, блядь, на этом. Вы будете каждую ночь в Харсон на каком-нибудь тир-1 героя. Это, блядь, плюс для мафии. Но это плюс для мафии, но это все равно, понимаешь, типа, по дефолту, если игроки не супер опытные, мне кажется, мафия намного сложнее роль, чем мирная карта. Поэтому, типа, в целом, там, когда стол научится... Ты, походу, 11 так захилил, что она вспотела. До полного даже вылилась чуть-чуть. Да я уже льюсь, у меня сегодня такой стрим сумасшедший. Да меня уже Фил ждет, я уже на этой роли. Я такой, ебать, проспал, все, там сидел, струны менял, сохи говорили, мы тут, она меня деморали, где-то самое, успокаивала. Я думал себе, сейчас все, короче, думал, так, все, больше. И тут меня зовут на мафию, и пошло. И вот, типа. Миша, напиши мне плюсик. Бля, Ваня на минус морали, я ебу просто. Ванечка, пожалуйста, я тебя умоляю, пожалуйста, Вань. Да это не из-за этой хорошо. Игры, не из-за этой игры. Да, из-за любой игры, я вас умоляю. Ребят, послушайте, это же игра, блядь, вообще похую абсолютно. То есть, похуй абсолютно. Вы супер все, вы классные. Ни в коем случае, это же игры. Здесь люди факапят иногда даже специально, чтобы был контент, понимаешь? И поэтому ни в коем случае не нужно на серьезных вещах это принимать. Я вас умоляю всех. Это просто игра. То, что мы в игре, мы можем парафинить друг друга во все дырки абсолютно. Как только заканчивается игра, мы в десна целуемся. И не должен быть осадок. Потому что этот осадок формирует предвзятость. Предвзятость. И по этой предвзятости ты уже 15 тысяч каток знаешь. Сильверным, ты хоть и долбоеб, но я с тобой играю. Вот, понимаешь? Вот. Нет, на самом деле, это просто вот... За что Стасяна, блядь? Вы можете делать все, что хотите. Хотя нельзя обзываться в профессиональном. Ну вот, как только заканчивается игра, все, снял маску, люблю, целую. Это самый главный выход из положения. И тогда у вас просто не будет такого осадка, ты такой, блядь, как хуёвый, как мы, ничего страшного. Мне когда-то 12 раз попала мафия, и, блядь, я вот так вот телепала меня всего, я уже не мог, я хотел просто... У нас девочка плакала, ее спалили, она плакала за столом, она реально ревела. Вот ты сколько играл, тебе попроще красным все-таки или черным играть? Я люблю играть черным. Черным? Да, я обожаю черным. Я пил сегодня, съел просто. Я тоже очень люблю играть черным. Но я так понял, что черным не. Ну даже когда за мирным играешь. Скажите жирному, просто игра, блядь.
Просто играем мой пердак такой, бам, наверх. Давайте сыграем в проф без доктора на десяточку. Давайте. Попробуем потренируемся пострелять ночью. Нет, то есть это легко. Ну хорошо, давайте без штрафов, но попробуем стрелять вслепую. Это легко. Это легко. Смотри, ночью не просыпаешься. А зачем? Подождите, я показываю. Можно, подожди, Пинк, мы можем сыграть точно так же, просто мафия каждую ночь просыпается. Да и все, нет ничего, типа, это не даст мафии. Это не даст мафии такого бафа, что она прям вот типа там, ну, люди, пока не умеют договариваться на нулевке, они и ночью не особо договорятся, типа. А ну, доктор просто. Почему? Почему? Смотрите, у вас очень сильно повысился уровень игры. Очень сильно, блять, повысился. Я заметил, о, пиздец, как повысился. Смотри, что происходит? Просыпается Дон ночью, в первую ночь в нулевке. Он говорит, 3, 1, 2. Если я показываю, то, допустим, там, тройка шериф, то, типа, бьем шерифа. Он показывает там 3, к примеру, шериф. Типа, 3 шерифа, окей, окей. И все поняли, что 3 шериф, надо стрелять в шерифа. Обязательно надо стрелять в шерифа. Или, допустим, 3, я Дон, допустим, на единичке. 3, 1, значит, стреляем Дон, он стрел вторая ночь, все. То есть ты показываешь просто 3 цифры, и тебе на 3 цифры запомнить. Потом, когда засыпаем. Знаешь, что будет тяжело? Да. Тяжело, потому что когда вживую играем, они чаще всего договариваются, кто давно играет, они онлайн. Где он в своей речи говорит. Я все прослушал, нахуй, если честно. Очень тяжело. Так будет очень тяжело, и мы будем много каток очень заруиним. И чтобы прийти хорошим каткам, мы сыграем десятку, если не больше. И маяки как давать, маяки? Маяки как давать? Как давать? Забейте маяки. Го просыпанием ночью. Го просыпанием. Ну давайте с просыпанием просто, но без доктора. Это не даст мафии. Знаете, как еще можно сделать? Смотрите, вот у чего у Флэша было. Когда мафия знакомится, дают минуту. Это тоже нормальная тема, чтобы они примерно обсудили план там кого чего. Это тоже прикольная тема. Ну, оно ж по ходу стола уже ты понимаешь, кого стрелять. Чаще всего, если такой вариант, только в речи использовать. Допустим, я поговорю и плюс два, допустим, еще два человека. Нет, от картонки нет, я к Тиму поеду, блядь, похаваю, посплю, завтра подрублю картонки. Добавь плюс два, и мы его стреляем. Типа, вот такое что. Ну, маяки это... Мне осталось стримить два дня, чтобы вы понимали. Ну, или даже можно подождите. Сделать так, можно, допустим, чтобы стреляли не по цифрам. Сегодня 21 число, завтра 22, завтра последний стрим, скорее всего, будет крайний. До следующей недели, потому что 23-го у меня госпитализация, 24-го, наверное, операция будет, и я выходные буду в больнице лежать. Ну, то есть это не сострел, он должен. Так, не был там, блядь, сейчас. Поэтому завтра крайний поток. Нахуярюсь в Харстон целый день. Типа мафия выигрывает одну игру из 10 за этим столом. Если нужно бафнуть мафию, нужно убрать доктора и оставить все остальные правила. Все. Ну тогда в открытую голосовать, чтобы... А в 11 ты хочешь? Но только не в 11, а в 10. Почему? Юрчик, 10. Ну как это, блядь, почему? Ну так и скажи мне, какой... Не, подожди, Пинк, скажи мне, какой будет винрейт у мафии без доктора в 11? Больше 50? Нет. Вот и все. Братан, но если ты уберешь доктора, надо убирать и роль, и человека. И будет объясни... 10 нормально. Хорошо, я еще раз даю третий раз один и тот же тезис. Почему нужно делать 10? Потому что мирным будет слишком трудно? На 11 да. человек без доктора трудно будет мирным? То есть 11 без доктора будет мирным трудно. Ну давайте сыграем. Чем, легко. Чем больше легко людей, мирным, чем больше мирных, тем мирным проще, разве нет? Миш, конечно, если мы уберем доктора и оставим 11 человек, я тебя уверяю, что винрейт мафии будет не больше 50%. Но при этом надо тогда, ну, типа, операция тогда на пальцах. Утреннюю речь. На пальце. Тогда винрейт будет такой же, как и есть сейчас. Если все братан, ну тогда, если убирается доктор, остается предсмертная. Винрейт, ну, появляется предсмертная. Если мы сейчас убираем доктора, и мы убираем, и предсмертная речь не появляется, мафия винрейт вырастет. Да. Конечно. Он надо вырастет. Предсмертную речь возможно, незначительно. Предсмертная речь, возможно, типа, даст больше, потому что предсмертная речь больше решает для мирных, правильно? Да, конечно. Да. Если, соответственно, мирных 11, а не 10, то... Чего мы хотим добиться? Чего мы хотим добиться? Чтобы бафнуть мафию. Да. Мы убираем доктора, я больше думаю, ничего не делаем. Доктору мафию. Да. Все. И, думаю, да, и если мы добавим предсмертную речь, это пизда будет. Мы тогда бафнем... Мирных еще раз, и все вернется на круги своя при 11. При 11. Это абсолютно нормально. Бафнуть мафию, убрать одного игрока с доктора, и все. Все. Ну, тогда винрейт сильно пальцем, но когда на самокате ебнулся, у меня перелом со смещением, и только недавно об этом узнали. Все, ну да, и все, десятка. Либо десятка либо одиннадцатка без. Если мы уберем доктора, и еще и сделаем десятку, и предсмертную речь не дадим, что пока с головой, типа, лечились, то с пальцем запустили, короче. Это заебись. В клубнике есть предсмертная там уже что-то частично слось есть. Короче, будут... Ладно, потом расскажешь. ...хуярить, резать. Придумали там все. Короче, Ванек, если 10 секунд прям вообще... Я знаю, я понял все. Единственное правило не клубника наше, это то, что мы не стреляем вместе. Да, вот да, я понял. Спасибо за игры, ну, ребят, все отлично. Попробуем. Отлично. Давай, поиграли, красавчики все. Давайте, ребята, всем спасибо.